Я вообще себе поездку никакой не представляла, потому что я не читала программу. Я открыла Action Vacation, посмотрела UR, выбрала даты и все. Программу я не читала намеренно для того, чтобы мне все было такое... Вау, да ладно, серьезно? Вот это вот самое клевое для меня в поездке. Я знала, с кем мне ехать, потому что с Action Vacation я уже ездила на Шри-Ланку, и у меня выбора не было. Я не ожидала, что будет так много цивилизации, что на самом деле все так красиво, все так цивильно, все так чисто. Мы находились в пейзажах, которые не соответствуют статье «Африка». Я до сих пор не могу... Мне порой такая, так, ты в Африке. Ты сейчас, девчонки, мы сейчас в Африке. Да, мы в Африке. У меня калейдоскоп. У меня сразу вспоминается, отматывается пленка. Я не могу выделить что-то одно. Самые яркие, как на нас ломанулись носороги. Конечно, пингвины. Ну, как без них? Мы с доброй надеждой, как мы шли на него, вот этот вот путь. Да очень много, короче, у тебя пленка там закончится. Забей. Спасибо вам.